ну вот казалось бы, выборы – это подготовка, охрана, организация, незыблемость такая. Вот на самом же деле выборы, особенно такие свободные, как в России, они очень уязвимы. И чтобы оценить это наглядно, надо четко понимать, за что мы голосуем, выбирая того или иного кандидата, вернее депутата уже. Да? А между тем мы голосуем за то, что на протяжении пяти лет мы даем право этим людям принимать за нас от нашего имени управленческие и жизненно важные для наших населенных пунктов и для нас решения. В списке голосования мы включены по законодательным умолчанием. То есть заявление писать никакого не надо. Мы там в списках есть и все. Вычеркнув свою фамилию из списка голосующих, вы ставите под сомнение то, что предлагают вам, исключая себя из этого мероприятия. Представляете, если это сделать красной пастой, а? тогда книга будет безвозвратно испорчена, а это может иметь далеко идущие последствия, вплоть до признания выборов неправомерными. А нам это надо, а? Вот я лично сомневаюсь, а вы.